14 апреля на телеканале 1+1 состоялся второй прямой эфир вокального шоу «Голос страны». Участники боролись за путевку в суперфинал, и именно вчера страна узнала имена четырех счастливчиков, которые имеют шансы на победу в проекте. Однако внимание сторонников вновь привлекли тренеры проекта Тина Король и Дан Балан, которых давно подозревают в романтических отношениях. Во время выступления Потапа и его подопечных Виктории и Карины Тина и Дан станцевали зажигательный танец, который уже за кулисами окрестили «Свадьба Король и Балана». Потап и его подопечные Карина Арсентьева и Виктория Ягич спели громкую композицию «Лучший день», которая стала официальным саундтреком к фильму «Скажи невесле». Как только заиграла зажигательная музыка, Балан и Король пустились в пляс. Горбунов тут же пошутил, что номер можно считать свадьбой звездных тренеров. К слову, молдавский мачо уже давно ухаживает за украинской красавицей с первых выпусков проекта. Однако Тина Король, как настоящая женщина, и принимает ухаживание, и отталкивает Балана одновременно.